Добрый вечер, всех приветствую. Ну, соперник хороший. С большим опытом выступления в Еврокубке. Это традиционный клуб в своей стране. Все время борется, когда, в принципе, все, каждый год борется за чемпионство. Так что им такой поставленной игрой и состав тоже, в принципе, в этом году, в принципе там изменений много не было там, так что игра будет интересная. Вы знаете, это, еще раз говорю, что в принципе этот раунд, каждый раунд это двух, состоит из двух игр, надо думать, и это, умно надо играть. Конечно, мы будем атаковать, домашняя игра. Я надеюсь, что, как всегда, наши болельщики придут и будут поддерживать нас. Вот, и надеемся, что мы их обрадуем. Вот. Ну, естественно, мы будем думать, что играть надо будет умно, потому что, еще раз повторю, атакующий потенциал очень хороший, и быстрый, индивидуально хороший футболист, так что внимательно надо играть. Домашняя игра, когда первая игра домашняя, то, конечно, очень важно сохранить ворота сухим. Вот так, конечно, будем атаковать, и, естественно, дома играем, и будем думать, чтобы забить гол. Ну, завтра увидим, кто какую позицию будет. У нас еще почти сутки осталось до игры, так что кто в каком состоянии будет. Конечно, мы планируем, уже, в принципе, знаем, какой состав предварительно будет. Вот, посмотрим еще завтра, какое будет состояние футболиста, потому что вы сами знаете, что у нас очень тяжелый график. Ну, налетались очень много и наигрались очень много. Так что очень важно, чтобы завтра футболисты были в топовой форме физически. Вот, и завтра утром будем уже решать. У нас, в принципе, и не было таких больших трансферов запланировано. У нас мы давно уже говорили, что мы будем как бы брать центрального защитника, и мы взяли его. Вот. Ну, к сожалению, это одно, то, что, в принципе, вот, беда у нас с этими травмами, которые только контактные, абсолютно контактные. Тот же Жуков, тот же, значит, его в последней игре, там, в предпоследней игре в Атланте, с Атланта сам он получил. Это все контактные травмы, к сожалению, которые наши футболисты получают. И это, конечно, очень сильно беспокоит. А так команда в этом году, да, слава богу, хорошо укомплектована, вот. Но вот эти травмы, конечно, нас очень сильно беспокоят. Очень много травмированных, к сожалению, очень. 6 человек уже серьезно травмированы.